Глава региона осмотрел стенды, пообщался с производителями и поставщиками. Кубанские предприятия выпускают большой спектр продукции. Это тротуарная плитка, кровельные изделия и кирпичи. Таких заводов в крае несколько. Вениамин Кондратьев поинтересовался, как им удается делить рынок сбыта. У нас столько много кирпича, что это просто на самом деле меня заставляет удивляться, как вы между собой конкурируете. Как вы рынок-то делите? Я думаю, в желании сделать спрос на свою продукцию. Если есть желание, вы найдете те инструменты, те методы, которые позволят вашей продукции, вашему кирпичу, хотя он у всех одинаковой формы, может быть, и сегодня цветовая гамма у всех одинакова, быть востребованным. Все от желания. «Югбилд» – одна из самых масштабных строительных выставок в стране. В ней участвуют 265 компаний из 5 стран мира. После осмотра экспозиции глава региона встретился с ведущими архитекторами России и края. Ведь именно от них напрямую зависит облик каждого населенного пункта. На встрече речь шла о новых подходах в строительстве.